Исторический спор перетек в спор стилистический и стал поводом для разбирательства в прокуратуре. Андрей Автанеев направил жалобу на игумена Виталия Уткина, посчитав его высказывание экстремистским. Фраза игумена «прикрываться детьми» – методика чеченских боевиков вызвала негодование коммуниста. Хотя речь шла совсем не о чеченских кампаниях, а о событиях давнего прошлого. Конкретно о трагических событиях августа 1915 года. Его высказывание, сравнение участников мирной антивоенной демонстрации, которая произошла в 1915 году в нашем городе, в честь которой названа улица 10 августа, он сравнивает с матерей детьми и рабочих безоружных, которые вышли требовать хлеба и освобождения своих арестованных незаконно товарищей, сравнил с чеченскими боевиками. Тем самым он оскорбил и меня, и всех ивановцев. Коммунист надеется, что игумену запретят публично высказывать свое мнение, так как подобные высказывания, цитата, «разжигают межнациональную и социальную рознь в интернете». Конец цитаты. Игумен Виталий, в свою очередь, считает, что гражданину Автанееву следует лучше изучить историю вопроса и не делать скоропалительных выводов. Речь шла о большой провокации, участниками которой, с моей точки зрения, были большевики. Сейчас нам постоянно, на протяжении многих лет, говорят о том, что была расстреляна какая-то мирная антивоенная демонстрация, в которой принимали чуть ли участие женщины и дети. На самом деле ничего подобного. Войска, очень небольшой отряд воинский под командованием всего лишь прапорщика, после нескольких предупреждений был вынужден дать два залпа по толпе, который пытался штурмовать городскую тюрьму. Повторюсь, все это происходило на фоне лозунгов о полном свержении государственной власти. И все это было на фоне жесточайшей войны, очень серьезных поражений русской армии и общего политического кризиса в стране.